отравление тяжелыми металлами, известный кремлевский почерк. Так в 2006-м был убит Александр Литвиненко. Ему подсыпали в чай полоний-210. Обвинили тогда офицера ФСБ Лугового, он в нашей студии. Разберемся. Доказательств, правда, ни тогда, ни сейчас не нашлось. Сам Буданов накануне вместе с Зеленским требовал отставки Залужного. Саша, не знаю, что бы мы делали без таких важных новостей, как отравление жены Буданова. Это серьезно. Девушка, так сказать, отравилась, сказать, вот, несмотря на милое личико, алкоголичка, похоже. Ну, чем можно отравиться? Алкоголем там. Алкоголем давно отруївся мозок цього недоумка Журавльова. І не лише його, бо, наприклад, Скабєєва заплуталась у своїй же ж брехні. Спочатку вона натякнула, що це начебто Зеленський хотів отруїти Буданова за те, що той готує державний переворот. А буквально за декілька хвилин вона змінила свою думку і заявила, що Зеленський намагався отруїти Буданова за те, що той, увага, той запропонував звільнити Залужного, якого і так, за версією російської пропаганди, хоче звільнити Зеленський. Що стосується Мар'яни, по-моєму, її зовут, Мар'яни Буданової, жени терориста, симптоматично, що накануні сам Буданов требував відправити в отставку Залужного, присоединяясь к позиции той самой безумной нардепки, которая считает, что плана на 2024 год нет, и вот его, пытаясь отравить, травят жену. Ну, то есть, скорее всего, речь о Зеленском. Що і як насправді сталося, поки невідомо. Але Росія вже заявила, що все це Україна сама зробила. Буданов, вот если наблюдать за его судьбой за последние полтора года, это крайне тщеславный человек. Он любит находиться среди софитов, ламп, экранов. Человек, который занимает такую серьезную должность, еженедельно дает интервью. Он рассказывает, что он делает и как делает. Он тут же берет на себя ответственность за совершение тех террористических актов, которые были. Ну и, безусловно, вот в условиях такой негативной информации ему надо как-то себя проявить. Ну вот придумали условия с тяжелыми металлами, да еще с женой. Хотя даже вот первое интервью, которое мы тут на первый взгляд видим, жена-то живет с ним в бункере. Я не думаю, что Буданов, на которого десятки покушений, выдуманных же опять, у меня других слов нету. Потому что все понятно, что он серьезно имеет, видимо, там безопасность, находится где-то. Почему жена пострадала, если верить украинским источникам, а он нет? Он дает жене сначала попробовать, потом ест сам, что ли? Тем более, я думаю, там круг достаточно ограниченных людей. Я думаю, вот учитывая уже определенные сценарии, которым работают эти ребята, конечно, если они сейчас будут дальше раскручивать ситуацию, то потом, видимо, будет экспертиза. Эти тяжелые металлы должны превратиться в некое вещество, которое производят только в России. Конечно. Найдутся эксперты, которые наверняка скажут, назовут всякие наши закрытые города, где наверняка это производилось в каких-нибудь 50-х годов. Следующим этапом вдруг найдут среди своего окружения или случайно проходящего человека, имеющего отношение к России. И вокруг этого создадут некий скелет, которым уже западные средства массовой информации будут этот скелет напичкивать мясо. С Бучей у них как бы все забылось, теперь надо противопоставить, представить Россию, которая воюет не военными методами. Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times заявив, що Кремль активував свою мережу прихованих шпигунів в Україні. До того ж, деякі агенти РФ можуть бути і в державних структурах. СБУ активно працює над їхнім викриттям. Розуміючи, що перемогти військовим шляхом не може, Росія намагається зробити це за допомогою внутрішньої дестабілізації. А деякі українські політики їм у цьому, на жаль, допомагають. Ось яскравий приклад того, як необачні або ж навпаки продумані заяви нардепів використовує російська пропаганда. Київські пауки, кажеться, начали нову свору. Нардепка від «Слуг народу» Мар'яна Безуглая, которая ничего не делает без согласования лично с Ермаком и Зеленским, призвала главкома уйти в отставку. Безуглая упрекнула Залужного в отсутствии военного стратегического плана на 24 год, мол, главкома спрашивали о его видении войны, но, как утверждает Безуглая, военное руководство ВСУ не смогло предоставить
никакого конкретного плана, кроме просьбы ежемесячно поставлять в ВСУ по 20 тысяч солдат. Террорист Буданов тоже пишет, что Залужный должен уйти.